Регулярно такие люди появляются, которые приходят и хотят получить результат сиюминутно. 20 килограмм за неделю, как в интернете. 10-20, да, в общем-то, очень хочется. Видела информацию, давайте, что надо съесть и как надо присесть. Чтобы съесть, чтобы похудеть. Да, да, в таком роде что-то. Вот. Но основная масса людей все-таки, если они обратились к специалистам, то они прислушиваются, а мы, в свою очередь, комментируем, что мы можем сделать форсированную сгонку веса, а их три выделяют, да? Одна из них форсированная, которая примерно за неделю может показать результат на весах около 7 килограмм. Но, к сожалению, это не будет качественно, это будет сгонка за счет воды. И быстро вернется. И других веществ, и вернется в два раза больше. Объясняя какие-то физиологические процессы, человек все-таки склонен понимать и склонен, скрипя зубами, принимать стандартную схему, по которой нужно постепенно вкатываться, ну, вот в эту систему.